Я сейчас на Красной площади, я снимаю на телефон, но отдельно я поснимаю, как бой курантов. Надо поснимать их. Туристов много, преимущественно из Китая. Здесь действительно много туристов. Здесь любая жрачка, еда. Вот и бой курантов. Живой. Храм Василия Блаженного. Я нахожусь в самом любимом месте. Люблю фотоаппараты и все, что с ними связано. Лейка, кстати, Лейка, классная классика. Качественные фотоаппараты. Лежу чё почём. Вот такой, кстати, Lumix S5 двойка, который 217. Стоит тоже классная картинка. Вот такого аппарата. Также здесь объективы со стабилизаторами, без стабилизаторов известных марок. X-T5. Неплохой фотоаппарат. X-T30, он, в принципе, не очень. Но разные объективы. И... Также здесь скоростные карты, нужные для фотоаппаратов, которая со скоростью записи, самое важное, идет. И вот, вот такой фотоаппарат, на мой взгляд, самый лучший. FX3. Это чисто тушка у него, 399-900. На данный момент, по-моему, это самая лучшая картинка. Кстати, вот собрат, на который я сейчас снимаю. Также здесь Sony Alpha 4. Кучки объективов. Кэноны. Люблю я здесь вот эту всю вещь. Люблю. Потом что-нибудь буду, когда еще раз здесь. Что-нибудь можно выбрать и прикупить от известных брендов. Быть в Москве и не посетить самый известный из неизвестных ресторанов. Короче, вот башня Останкино. Я попытаюсь пройти, сперва я приехал не на то место, пока побегал, походил, таксист говорит, куда идти, туда идти, у людей поспрашивал. Нашел здесь вход, она вроде считается одной из самых высоких все-таки, и ресторан самый высокий, по-моему, в России идет, находится над уровнем. Ну и после самолетов вот детская игрушка, но посетить это все нужно. Все нужно. Пойду. Нашел я вход.
Здесь отсюда пришел. Сейчас пойду. Гуляюсь. Какая. Прошел я досмотр. Короче, здесь как все в самолете. На ленту. Двери открываются, закрываются. Такое место здесь супер-пупер охраняемое. Я все снял. Специальный отсек, короче, зашел, фотоаппарат положил, руки поднял. Ну вот как обычно руки поднимают люди. Я поднял, в аппарате постоял. Еще через один прошел. Короче, охраняемость на высоте парка. А когда я ходил, там еще автоматчики ходят, бродят. Охраняют, в общем, останки конкретно. Вот здесь вот такой этот, как его, фонтан. В общем, купил я вот такой билет по предъявлению паспорта или ЧФВ такой-то. Такой-то стоит он 1400. Пойду в зеркальную эту. Блин, здесь такой геморрой, ребята. Здесь пока все, что пройдешь, возьмешь, в электронном виде распечатаешь. Потом с этим билетом опять, с паспортом досмотр. Куда, где башня? Не иду, знаете куда? А, светящийся он этот. А, вон он, купол. Вот не туда. Посередине идет. Там еще посмотрят. У меня, короче, на час время уже половина. У меня на час. Ой! Что там за ресторан? И как, кто вспоминает? Вкусняшки меня вспоминают. Дома пельмешки. Говорят, сын, а ты что, говорит, иногда страдаешь, ходишь по этим ресторанам московским. Кушай пельмешки дома и перекидывай кирпичики. Ладно, уж решился, буду все делать до конца. Ну вот, наши, как говорится, туристические гастроли закончены. Я в Шереметьево. Терминал Б, отсюда я уже улетал. Сейчас буду дымить, потому что я зайду, там уже курить нельзя будет. Пока пройду регистрацию, там, по-моему, надо победить с 319 по 364 именно на Бакан летит. Сколько это регистрации. Получу посадочный талон, а потом проверки, уже уйду туда. Ну так вот он ночью выглядит. Ярко, красочно. Знали, что в Шереметьево есть вот такие вип-машинки наподобие гольф-каров. Привезли двух клиентов. Здесь написано на них вип-машинки. И они ездят по всему Шереметьево. Я, конечно, все понимаю, но это уж совсем слишком. Чуть ли не в пятую точку их рассовывают. Кстати, непростых VIP, действительно непростых VIP, а каких-то очень-очень крутых VIP. И сколько я сижу, я пока не на своем месте сижу, на вылет готовлюсь, потому что курилка... Короче, Шереметьево, оно большое на вылет. Оно и сколько большое, сколько длинное. И там есть курительная комната. Вот все, кто краще, отирается возле курительной комнаты. Действительно, много чего видел. Здесь, знаете, цены какие? Пироженка стоит 600 рублей. Обычная пироженка, самая дешевая 480. Я самую дешманскую воду взял, знаете, как? Самую дешманскую 190 рублей, самую дешевую. Далеко не ухожу. Все есть, аптеки есть. Не знаете, чего больше? Я все прошел, погулял, по идее. Здесь дофигища бухла. А потом вот самолеток показывает, а люди напились, начинают курить, барагозить. Вы просто не представляете, кто здесь, например, не был, здесь куча бухла.
Оно очень дорогое, короче, маленькое. Такая бутылочка 50 миллилитров, короче, по 50 миллилитров, 800 рублей. Обычный чинарик 3000 рублей, чпушка. Я офигел, короче. Ну, это, видите, это рассчитано на иностранцев больше всего и на такого туриста. Это бред, пироженка 600 рублей, маленькая пироженка. Я еще поглядел, думаю, поснимать. А я занят был, я по телефону разговаривал. Сейчас сижу, квашусь. Водички попить. Ой. Ну пойду сейчас в курилку, наверное. Да, блин. Носика бежит. Меня тут на этой, на проходной остановили, шмонали. Блин, что за фигня? Все, смотрели, сигареты вытащили. Вот именно первый, второй-то я досмотр нормально прошел. А там этот, таблетки. Я же заболел, приболел немножко. Вот эти с фольгой. Таблетки мы потом уже нашли, уже нормально прошло. Народу не так много, как в прошлый раз. Пойдем в дымилку. Посмотрим время и в дымилку. Кстати, вот мои все хохорашки. Ручная кладь моя. Сумка, вода, кепка. А, еще и курточка, у меня здесь две курточки. Сейчас я пока одену. Пойду дымить. Надо уже выдвигаться помаленьку. Взял водичку. Иду курить. Подкрепиться заодно. Здесь двигается только в одном направлении. Такие полы. Thank you.
подготовка к лету. Пусть у вас убедится, что все электронные устройства переведены в авиарежим или выключены. Ремень безопасности застегнут, спинка кресла в вертикальном положении, столик убран. Желаю приятного полета. Ladies and gentlemen, the aircraft is ready for takeoff. Please ensure that all electronic devices are turned to flight mode or switched off. Your seatbelt is fastened, your seat is in upright position, and your tray table is stowed. We wish you a pleasant flight.